За этими всеми вашими ивентами, за картинками офиса БСГ на улицах Таркова, большинство пропустили важный анонс. В Таркове появится «Вереск». Эта штуковина – это складывающийся приклад СР-2 «Вереск». Стреляет калибром 9х21, в Таркове этим питается гюрза. «Вереск» – это 2 килограмма пистолета-пулемета, 800 выстрелов в минуту и, возможно, отдача лучше, чем у вала. Хотя, что угодно лучше, чем отдача у вала.